Значит, для выполнения данного фокуса не понадобится ничего сверхъестественного. Вот, нам понадобится 10 карточек, даже 11, ссылку на которые вы можете получить ниже. Вот. Ну и одна карточка предсказания. Это может быть просто запечатанная в конверте надпись. Я ее напечатал дополнительно. Ну, я просто использую в основном звезду. Значит, смотрите, вы просто раскладываете карточки так, чтобы желаемая вами фигура была на 5-м и 7-м месте. То есть, вот, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Значит, схема такова. Зритель говорит 1. Вы отчитываете по буквам. Единица. Зритель говорит 2. ДВОЕКА. Схема на это ниже. 3 это ТРОЕКА. А дальше все просто. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Это 8. Нет, 8. Нет, подождите. 1, 2, 3. Стоп. 8 это у нас. 8. Да, 8. 9 это 9. Вот, 10 это 10. Вот. Но эта схема, опять же таки, ниже. Вот. Вы просто ее выучите. Выучить ее несложно. Напечатайте себе карточки и удивляйте людей. Это очень интересный фокус. Действительно, зрители могут подумать, что вы умеете читать мысли. Вот. И вообще, менталистика очень хорошая вещь. Вот. Это моя любимая область. Ну, в принципе, желаю всем удачи. Обязательно выучите этот фокус. Всем пока.